На этот раз побаловать кинолюбителей решили фантастикой. Очередную премьеру сняли по культовому роману Алана Глина на экранах «Области тьмы». Видите, парни, это я. Мое объяснение, почему я так выгляжу, я писатель. Главный герой фильма, его играет Брэдли Купер, человек творческий. В его жизни черная полоса, депрессия, неудачи на работе. Выход писатель находит непривычный. Одна таблетка в день и возможности безграничны. Благодаря препарату у него открывается второе дыхание. Мы используем только 20% потенциала своего мозга. Вот это поможет использовать его по полной. Он принимает эту таблетку, и она ему помогает. Он начинает писать текст с потрясающей скоростью, но весь вопрос в том, что он дальше будет делать с этими способностями, и он направляет их на достижение тех вещей, на которых строится власть, на финансовые игры. Успех героя длится недолго, пристрастие к стимулятору оказывается слишком сильным, а последствия ужасными, все достижения сходят на нет. Мой мозг проматывает время, я не могу вспомнить последние 4 дня. Очень понравился фильм, он обладает мощным положительным зарядом и не просто радует глаз, а дает нам много пищи для ума. Мощных спецэффектов в фильме нет, авторы сделали ставку на сценарий. Посмотреть ленту можно на самом большом экране города в кинотеатре «Саратов». «Области тьмы» в прокате еще неделю.